Печально известный рейс MH370 малайзийского Боинга был изначально обречен. Оказывается, его командир отрабатывал целенаправленное уничтожение этого самолета. Об этом сообщили сотрудники Федерального бюро расследований США. Они выяснили, что у пилота дома был установлен симулятор, который имитирует кабину лайнера. Незадолго до своего последнего рейса пилот тренировался на маршруте, который неминуемо должен был привести к катастрофе, а именно к падению в Индийский океан. В ночь с 7 на 8 марта 2014 года «Боинг» выполнял рейс по маршруту Куала-Лумпур-Пекин. Примерно через 2 часа после вылета связь с лайнером прервалась. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. В январе прошлого года власти Малайзии признали, самолет потерпел крушение. Это была катастрофа, и все люди погибли.